К другим темам. В областном центре продолжается строительство социально значимых объектов. В Засвияжье возводят второй корпус 100-го губернаторского лицея на 550 мест. Подрядчик завершает монтаж фундамента, готовится к возведению стен. Сдать здание планируют в конце года. Мы ведем параллельно устройство свайного поля, устройство фундаментов, возводим до нуля все фундаменты и вызываем сюда огромную бригаду каменщиков, которые будут выкладывать стены. А в ДШИ имени Варламова началось капитальное обновление. Здесь отремонтируют фасад школы, внутренние помещения, коридоры и классы, заменят окна, электрику, установят охранно-пожарную сигнализацию, а также смонтируют подъемник для маломобильных граждан на входе. В классе художников будет установлено две раковины и подведена вода. И, значит, приобретен водонагреватель, то, чтобы была холодная и горячая вода для детей. Всего в этом году в регионе завершат строительство 8 социально значимых объектов.